Александр готов к стрельбе, а я иду показывать вам наши мишени, про которые мы рассказывали вам зимой. Сейчас мы будем их испытывать на пробой и как они себя ведут при попадании стрел. Вот такие мишеньки красивые. Зайчик, куропатка, лисичка, сурок. Сурок. Правда, говорят, на бобра похож, но это сурок. И кабанчик. Дистанция 15 метров. Специально я не стал увеличивать дистанцию, потому что на 15 стрела имеет уже максимум энергетики. Вот, для частоты испытаний. Насколько глубоко пойдет стрела. Кабан, киллзона. Замечательно. Сурок. Лисичка. Замечательно. Куропаточка. Зайчик. Александр решил сначала зайчика добыть. Ну, в целом, вполне достойно. Так, ну вот сейчас куропатка киллзона. Ну вот, зверюшки наши расстреляны. Стрелы везде завязли. Достойно все поймано. Насквозь ничего не прошло. Из-за площадки, которая под зверем, мишень не кувыркается, а стоит на месте. Вот. И возникает такой эффект. От каждого выстрела она чуть-чуть поворачивается, сама мишень. То есть стрела в одно отверстие не попадает практически ни разу. Происходит равномерный пробой по всей плоскости. То есть сохранение мишени увеличивается во много раз. Вот такие испытания мы провели для вас, друзья мои. Ищите нас на сайте Майнхантер, либо на арбалетной поляне в городе Подольске. Сейчас Александр стрельбу закончил. Кабанчик, суслик, лисичка, куропаточка. Два раза. Ну и зайчик. Вытаскивать стрелы достаточно легко.